Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые гости. Сегодня хотелось бы начать этот праздник с громких, продолжительных аплодисментов в адрес нашего именинника. С днем рождения, Николай Александрович! С днем рождения! Сегодня мы, Армине Курдаглян и Павел Лаврентьев, вместе с вами, уважаемые гости, пройдем путь генерала от самых истоков, как вы уже убедились, и до сегодняшнего дня. Ну и мне хотелось бы отметить, что сегодня в слове «генерал» военного смысла будет меньше всего. Максимум смысла совокупности всех самых фундаментальных, основополагающих качеств настоящего мужчины. Семья, карьера – самые важные достижения в жизни мужчины. Ну, конечно. Очень многие женщины мечтают, наверное, в глубине души любимого мужчину назвать «мой генерал». Ну и каждый мужчина наверняка мечтает, чтобы его так называли. И первый тост, дорогие друзья, прямо сейчас. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Дорогой Николай Александрович. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые гости. Я с удовольствием приветствую вас на торжестве по случаю бракосочетания двух очень красивых, очень счастливых, очень замечательных людей. Таисия и Андрей. И я хочу пригласить сюда тех, кто сделал каждого из здесь присутствующих немножко счастливее, а кого-то по-настоящему счастливее. Потому что, наверное, нет ничего лучше, чем понимать, что твоя дочка вышла замуж. Или твой сын женился. Встречайте, Андрей и Таисия Андреева. Я позволю себе познакомиться с гостями. Я некоторых знаю, мне очень приятно. Меня зовут Армине. Здесь чудесный стол, чудесные гости. Кто сколько в браке. Может быть, вспомните? 3 месяца. 3 месяца? Чудесно! Сколько? 6 лет. 6 лет? 8 лет. 24 года. Требует особых аплодисментов. 24 года вместе. 19 лет. Чудесно. 14 лет. Потрясающе. Андрей Викторович, сколько вы сидели вместе? 27 лет. Аплодируем! Я не вижу здесь еще одного мужчины семьи Андреевых. Рассказывайте за мужчину, сколько лет вместе? Ирин. Сколько вы вместе? 14 лет. Ну и я подхожу к столу, за который я предлагаю всем подойти и подержаться. Здесь 2 золотые свадьбы. Одну отмечали совсем недавно. Я хочу, чтобы вы им аплодировали. Это родители Ирины и Андрея Викторовича. Аплодируйте долго! Будьте, пожалуйста, здоровы. И пусть у них так же получится обязательно. Вы знаете, они приготовили вам сюрприз. Все только начинается. Они сняли фильм про себя. Но вы знаете, в конечном итоге получилось, что делая подарок вам, мы решили, чтобы это был подарок им. Они не видели этот фильм, и они не знают, что они сказали друг про друга. Посмотрите его, пожалуйста, в тишине. Вы знаете, все те, кто к этому фильму сопричастны, раз 100 его посмотрели, потому что... Ну вот, хочется и хочется его смотреть. Если все так, как они нам рассказали, каждый из нас будет за них по-настоящему счастлив. Итак, внимание на экран.